Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, The Master, и мы продолжаем проходить Inscription. Как вы знаете, в прошлый раз мы смогли победить Лешего, и у нас появилась новая игра. И давайте же начнем новую игру. Нифига себе. Стирание непредвиденных данных, создание нового сохранения, чистка данных колод, коллекций, загрузка файлов. Прикольно. Получено достижение обновления. Испокон веков миру были неведомы карты. Окей. До тех пор, пока не прибыли переписчики. О, справа сверху леший. У каждого из них был свой почерк для создания карт. Гримора своим пером сочинял усопшим эпиграфии. Леший своим фотоаппаратом фоткал зверей дикой природы. Запечатлял. Пост своим сканером частиц копировал процессоры роботов. Окей. А Магнификус своей кистью изображал тех, кто учился у него волшебству. Но пока что мы слышали только про Магнификуса и про Лешего, я так понимаю. Сформировав карты, переписчики укрепили свою власть. Пока в один прекрасный день не появился соискатель с целью заменить одного из переписчиков. Понял. Это мы, получается, да? Нифига, это что такое? Что это? О, это я? Так, шот. Выбери стартовую колоду, чтобы выбрать свою цель. Окей. Это что? Ваша цель — заменить Гримору и стать переписчиком мертвых? Нет. Ваша цель — заменить Лешего и стать переписчиком зверей. Но вообще Лешего, наверное, заменить нужно по логике вещей. Ваша цель — заменить пост и стать переписчиком технологий. Ну, технологии круто. Ваша цель — заменить Магнификуса и стать переписчиком... Не, давайте Лешего заменим, потому что, ну, мы с Лешевым играли. Думаю, нужно выбрать того, за кого мы играли. Карт добавлю на вашу коллекцию. Прикол. Что дальше? Я Лешего хочу заменить, да? Ну, ладно, погнали. Что это вообще такое? Что это? Не понял, я не за эту игру платил. Где карточная игра с Лешевым? Так, что у нас тут мозг вот обломанный. Уф! Я уже собирался все тут забросить. Но наконец-то заявилась соискательница, и мне снова надо работать. Я дострою этот мост через... Говорю сразу, я дострою этот мост не раньше, чем ты одолеешь одного из переписчиков. То есть одного из переписчиков нужно одолеть. Так что, вернись попозже. Окей. Видимо, налево нам пока путь заказан. Подали наверх, сходим сначала к Лешему. Это, походу, дом Лешего. Да. О, 273 смотрите, написано, мы уже знаем эту пасхалку. Так, это что у нас, рыболов? Нет! Нет рыбки, нет прохода. Нет рыбки, нет прохода. Ну все, все, понял, понял. Там какой-то сундук есть, давайте сундук залутаем. Вы открыли сундук и находите внутри набор карт. Вы получили звериный набор карт. О, нифига, какие-то новые карты это было. Это и у Раюли наша любимая карта. Олененок, бегун, ну это понятно. Какие-то роботы, я не знаю, что это, маги какие-то. Ну ладно, окей, берем. Карты добавлю на вашу колоду. Это что у нас? Это у нас старатель. Ну сначала к старателю, наверное, нужно идти, да? Проклятие! Эта проклятая псина опять заплутала. Хочешь пройти дальше? Хотеть не вредно. Сперва мне нужно убедиться, что моя девчонка цела. Окей, видимо, нужно найти его собаку, да? Ну, 273, вот здесь, наверное, надо ей дать какой-то или что. Мужик, ты там? Так, давайте к Лешему в дом зайдем. О, Леший, здорово, мужик. Перестань дрожать. Единственное, чего тебе стоит бояться, так это собственной некомпетентности. Узри меня, я Леший, переписчик зверей. Я бы мог посчитать твое стремление заменить меня угрозой, не будь оно смехотворным. Мы оба желаем сражения, но для начала... Что это? Я знаю, о чем ты думаешь. Нет, это не мой легендарный фотоаппарат. Не тот, который я создавал карты зверей. Это всего лишь дубликат. Можешь взять его, чтобы снимать зверушек в лесу. Мои приспешники — старатель, рыболов и охотник. Прежде чем с тобой сразиться, они захотят увидеть твои снимки.
Вернись, когда сразишь их всех. Понял. Так, что вот есть? О, сюда. А, нет, зачем? Сюда, сюда, сюда. А, летающий нужен. Нужно бить летающим обязательно. Два, один. Вот мы четыре бьем, потому что у нас четыре, два летающих. Еще есть этот. А, ну мы можем сделать вот так. Вот так делаем. И все, и побеждаем. Да. Ящик открывается за скрипом, внутри вы находите набор карт. Окей. Вы получили звериный набор карт. Рубиновый мокс. Еще один ураюди. Зачем мне так много? О, кошка. Кошка — это круто. Карты добавлены в вашу коллекцию. О, вы получили звериный набор карт. Еще кошка. Кошка — это круто. Ученица мага, если на скине нет моксов. Угорь какой-то. Олененок берем. Теперь у нас как будто бы коллекционные карты, да? 2, 7, 3, да? Вы забираете смердящую кучу мяса из сейфа. А, это мы сейчас можем в тарелку туда положить мясо, мне кажется, и собака придет, да? Хочешь что-то купить? У тебя часом при себе нет шкурок? Нет, обидно, но я также принимаю файловые карты. А, у меня 0 файловых карт, но можно будет всяких белок покупать. О, Роборос 5-5! Это тот самый, это мой Роборос 5-5! За 8, понял, нужно будет его купить. Он реально имба. За 2 крови, считай, 5-5, это вообще очень имбовая штука. Так, давайте сюда закинем мясо. Собака, фоткаем. Теперь мы должны предоставить ему, что у нас действительно есть фотка его собаки. Могу... мотыга мне в рот, вот ты где, чертовка. Можешь пройти к пруду, чтоб позади меня. Но черт тебя дери, сперва нам надо сразиться. Да твою ж дивизию, тебе колоду надо исправить. Собери хотя бы 20 карт. А у меня сколько? Так, ну, а, мы должны их перекинуть. Ну, это как в черной книге, да? Вот этих можем взять. Ласк, так. Ну, птички, змеи, гадюки, волчки обязательно берем. По одной крови пацанов. Этого пацана можно взять. Ураюли одного возьмем. Белки, а, белки отдельно. Берем всех белок, фул белки берем. Когда на доске появляется кролик, вы получаете кролика. Кролик — сила 0, здоровье 1. Но зачем мне эти кролики-то? Ну, сила 0, здоровье 1. Может, ураюли еще одного взять? Их 4, у меня 4 ураюли, офигеть. Может, ворон взять? 3-1 бьют вообще-то. Ну все, давайте вот так вот. 21 взял, все, сохранить. Деремся, мужик. О, нифига. Мы теперь по-другому типа играть будем. Он белку ставит. Ты оцепенел от ужаса. Величественный голос незваного переписчика зверей проник в твою голову. Не пугайся, я лишь хочу рассказать тебе о твоей колоде. Чтобы играть моими картами, необходимо кем-то пожертвовать. Переписчик заметил, что эта информация тебя не удивила. Похоже, тебе не нужны наставления, но помни, что почти любой картой можно пожертвовать. Вместо крови из них может вытечь масло или... костный мозг, но если что-то течет, в общем, ты знаешь, что делать. Так, ну мы можем поставить белку, поставить ворона и сразу три урона нанести, да? Две белки и ворона. Напротив его белки, как раз таки. Скип. Ну, ураюли мы поставить не можем. А, ну мы сейчас заканчиваем игру. Все. Излишний урон теперь дают файловые карты. Файловые карты нужно фармить, чуваки, вообще. Файловые карты — полезная штука. Все по чесноку, ты порвала меня, как тузик грелку. Возьми вот на халяву, бытует мнение, что эти карты ценнее золота. О, кошка, бог богомолов. Офигенно, офигенно. Автоматон, не знаю, что такое, но кошку и бога богомолов можно добавить в мою колоду. Кошку добавляем, бога богомолов добавляем. Ну, вообще птицы не такие уж и плохие, ладно, сохраняем пока что. Путь к руду открыт, окей. Забрал рыбу. Повесить не же. Повесить фотографию наживки на крючок. Давайте повесим. О, нифига. Сфоткал акулу. Ну-ка, а здесь и можно куда-нибудь в лес зайти? Ну, секретки. Ох! Что это? Охренеть. Я просто на родом решил проверить и сразу же куда-то зашел. Что это? Фотка какая-то, какой-то женщины. Нифига, так нужно по лесу ходить, чуваки. Если, оказывается, есть какие-то секретные ходы. Я просто случайно реально подошел к дереву. Так бы думал, а можно ли здесь пройти просто? И офигеть, и тут можно было реально пройти. Офигеть. Офигеть. А с этим что делать? Фотка какой-то женщины. Что она значит?
Это странная игра вообще, какая-то наркоманская, если честно. Так, теперь нужно рыбу. Хотя, может, здесь что-то в лесу можно? Ну-ка. Можно, тут, наверное, не так. Хотя вон там сверху, может, можно пройти. Не-не-не, он уже просто туда дальше идет. Здесь точно нельзя пройти. Вон там, может, можно, вот видите, грибочек как раз. Да не-не, не к лешему. Мужик, давай дальше. Не, нельзя. Давайте к рыболову пойдем. Рыбка, свежая рыбка, хорошо. Но нужно меня побить. Давай, давай, рыболов, давай сыграем. Так, у меня здесь что, 2 белки, 2 оленя. Ну, тут все просто. Олени еще вырастут, кстати. Ну, змею не на что ставить. Он же, кстати, по оленю ударит. А не по мне, а я потом добиваю его просто. Еще сверху урон. Да, мне 4 карточки, нужно 8 выбить, чтобы уробороса купить. Уробороса стопудово покупать, имбовая карта. Побьешь, пройдешь. Сначала бери. Получи звери на набор карт. Кошка опять выпала. Мне надо кошек, чтобы кошки падали, а у меня кошки не падают нифига. Там какие-то карты еще падают из других коллекций, но я пока решил, думаю, лучше пока через животных играть, потому что я хотя бы понимаю, что они делают. Но погоди, я здесь не зачекал. Здесь можно пройти? Нельзя, нельзя. Ладно, давайте идем. Так, здесь можно сквозь деревья пройти? Ну-ка, проверим. О, еще одна секретка. Немногие игроки меня навещают. Порой я задаюсь вопросом. Какой была моя цель в этой игре? А, это барышня с татуами, да? Да, это барышня с татуами была. Прикол, капец. Ну, игрушка вообще интересная. Тут такие пасхалочки какие-то есть. Так, сундук давайте сначала залутаем. Кролика, я так понимаю, нужно в капкан туда поймать. Кошка и оленя. Кошку и оленя берем. Еще колода. Еще кошка. А, надо подвинуть сначала капкан. Тебе нужно напугать кролика, чтобы он снизу вверх пошел, да? А, ну все, он наш. Пушнина есть. Теперь охотнику нужно. Ну, туда можно зайти, не? Можно, можно, можно. Дайте, пустите, пустите куда-нибудь. Еще секретку найти. Еще секретку хочу найти. Да еще должны быть секретки. Ну, хотя, наверное, на одну локацию там секретка. Можно даже не искать дальше. Ладно, идем. Тут больше ничего нет. Так, давай теперь лешего победим, чё? А, я сначала охотница, потом лешего, да? Так, леший пока откисай. Ты принесла шкурку, я довольна. Мне снова понадобится шкуросъемный нож. Пора поставить новый капкан. Я чую на тебе кровь зайца. О, с капканами опять эти карты, да? Волчок. Можно поставить волчка. Пусть в целом вырастает. Блин, надеюсь, сейчас будут урон наносить. А мне нечего ставить. А как я поставлю, если мне нечего ставить? И волка еще мне убили. Капуцк. Подойди ближе, из тебя получится неплохая шкурка. А, ну я хотя бы не убил его от раз, окей. Видимо, не такая хардкорная игра. Давайте подумаем, что можно убрать. Гадюк пока уберем. Волчок, не, волчка вернем. Волчок крутой, он вырастает. Так, может за электричество вот этих карт набрать, потому что автоматон, давайте их возьмем. Только одного можно взять? Давайте урыли уберем, он вообще бесполезен здесь. Крот, олененок, кошка, белка, белок, бог богомолов, волчонок, автоматон. Блин, жаль, этих электронных карт мало. Ведьма, лица нет, моксов еще не за много погибает. Моксы это вот эта штука, да? Капец сложно, какие-то карты новые, непонятные, кошек нужно больше. Кошек и оленей можно, и вот этих вот карт. Давайте попробуем еще раз сразиться с ним. О, кошки дали кошек, отлично. Ставлю так, ставлю кошку. Ставлю за кошку кошку. Ставлю за 2 кошек. Летающего вот сюда, чтобы он напрямую бил. Белка пришла, блин, да вы издеваетесь. А, ну все, мы выиграли. Фуф. Повезло. Капкан захлопнулся, а вот добыча улизнула. Охотник выискивает новую жертву. Ты одолела всех 3. Леший ждет тебя. Окей. Ну, слушайте, неплохо игра развивается. Мне нравится. О, эту штуку можно купить. Она еще 3 крови будет давать. Нифига. Клубок из белок. В конце хода владельца клубок из белок перемещается в сторону на символе. А на освобожденном чеке появляется белка. Нифига, прикольная тема.
Уробороса хочу купить. Так, давайте добавим комок из белок. Так, ну чё, Леша, походу у нас с тобой PvP. Ты пересидела с баламутившего старателя, бестолкового рыбака и загадочного охотника. Теперь перед тобой небывалый противник, леший перебищик зверей. Ты намереваешься занять мое место? Что за вздор? Даже если каким-то чудесным образом ты меня одолеешь. Тебе все равно придется сразиться со мной еще раз в финальной дуэли. А победа в ней еще больше вздор. Я уже тебя победил, леший, не переживай. Приготовься, ибо мои звери не будут тебя жалеть. Только жевать. Так, не жалей своих существ. Моему фотоаппарату не терпится запечатлеть их перед кончиной. Да и мои звери изголодались. Окей. Так, ну вообще для начала можем поставить этого пацана, чтобы он хотя бы принял два раза урон. Но хотя если поставить оленя вот сюда, то можно убить этого пацана, правильно? Олень у нас первый расход, потом он еще и вырастет. Да, кайф. Олененок перемещается на другую ячейку. У него там крот высвечивается, олененок становится взрослее. О, олененок, кстати, еще раз два урона нанесет. Кошку, но кошку закономерно кого ставить? За место олененка? Нет, правильно, не будем ставить. Перемещается в другую клетку. Потом, кстати, олень переместится сюда, еще и этого пацана убьет, да? За 4 энергии у нас появилась какая-то фигня, но пока что мы не можем ее никак сделать. А что за черная фигня? Ой, мы потом олень у нас убивает эту штуку и гадюку сразу же, кайф. Белкой можем сделать кошкой, кошкой можем сделать это крота. Нифига, а бесконечно можно будет их ставить, да? А почему карта сзади не умерла? Блин, олень жалко. Мне нужно сфотографировать цену. Так, птица у меня умрет в следующем ходу, но пофиг на птицу. Мы сейчас ставим здесь оленя. Или нет, оленя пока оставим. Ну, не, лучше оленя поставить. Ну все, Леша, ты проиграл. А, у него снова, у него уже... Тебе они больше не понадобятся, у меня есть кое-что получше. Хм, мы так и не нарисовали твою карту смерти. Усопшим было... Усопших было немного. Надеюсь, ты не против того, что я добавил и свои карты тоже. Олененок становится взрослее. Блин, что он мне за говна накидал? Что это за 1-1? Ну, давай, 3 урона сейчас здесь нанесет в любом случае. А, не, не нанесет. Там гризли, кстати, вылазит. Гризли убивает ворона. Но на гризли... И что, вообще насрать на гризли, знаете почему? Мы сейчас можем поставить просто сюда вот так вот и все. А ей сейчас 2 урона нанесет, 1 урон нанесет. Просто перед гризли потом кошку поставим, ну или эту фигню поставим, Карри. А, или волочка вообще. Вот так. Все, нормально. Леша убедил, Леша какой-то лошок оказался. Великий переписчик был немысленно обхитрен. Где-то вдали яркий луч осветил давно забытый памятник. Окей, окей, окей. О, 1 из 4, чуваки, 1 из 4. Он за один видос двоих из 4 побеждать. Одного победил, ты победила. Едва тебе не растерзав, переписчик зверей проиграл. Поверить не могу, что ты сумела меня одолеть. Но теперь я должен уступить. Я жалею лишь о том, что мы не смогли растянуть сражение, покорять вершину приятнее, когда путь к ней тернист. Мы получили звериный набор карт. Ну, опять эти ура Юли вообще дофига дают. Карты добавлены в вашу коллекцию. Кошки, но у меня уже, в принципе, о, вот эти вот электрические карты нужно поставить. Они полезны. Они дополнительно, это вместо костей. Пустой, постой, что это? Что? Что происходит? Робот куда-то приехал. Я должен был взглянуть на твою физиономию после проигрыша. Какой же ты лошара! Мигание улица меняется. Неудивительно, что мы снова здесь. Мы бы вернулись еще раньше, если бы дискета не потерялась. Нифига, внимательно посмотри на это лицо. Нифига, ты что, горностай? Ты его больше не увидишь. Я устал быть твоим питомцем, слышишь? Вонючее животное. Нифига. Нифига, так это горностай. Как его там звали, Пост, да? Возможно, я в этот раз погорячился.
Как же мне им доказать, что быть зверем — это благородный выбор? Даже мелким горностаем. Ну ладно, мужик, пока. Мне нужно еще остальных твоих чуваков победить, друзей. Так, мост достроили. Но давайте сначала сходим вниз. Я так понимаю, вначале я мог победить либо лешего, либо эту тварь. Так что, скорее всего, эту тварь я тоже легко выиграю. Ну или нелегко, не знаю, кто тут у нас. А, это которая пером записывает могилы. Ты пришла, чудесно. Я Гримора, переписчица мертвых. До недавних пор я оставалась опозоренной. Но какие неожиданные друзья вернули мне былую славу. Если желаешь бросить мне вызов, то сперва прояви смекалку. Ты должна понять, где находится надгробие моих любимых гулей. Ну, типа вот раз, два, три. Вот эти гули, это нежить просто, кости. Вы нашли обломок эпиграфа. Написано: съеден голодным псом. О, а здесь что? Вы нашли обломок эпиграфии. Написано: не держит обиду. Окей. Какая-то головоломка, что ли? Хочешь что-то купить? Ну, я бы лучше бы за Уроборосом сходил. Здесь что за могила? Вы нашли колоду карт, окей. Вот теперь за кости карты падают. Так, давай сначала к этому чуваку подойдем, что он хочет. Чу, живая долька лимона на подходе. Яркая и сочная, как и долька лайма. Лимон-лайм, это я люблю, да. Думаешь, что сможешь выжать из меня поражение? Выжать? Почему он так с лимонами все говорит? Что, сразу напал? Даже не дал мне с ним побазарить нормально? Так, ну, можем сделать, знаете, каким образом? След погибает сразу после атаки, но он бесполезен, это что, да? В конце хода владелец корабль-призрак перемещается, понял. То есть мне нужно поставить кошку в самый левый слот. За кошку поставить волка вот сюда, он вырастет, корабль его не убьет. А сюда поставим этого пацана, и он еще плюс энергию нам даст. Карта, кошка, ну на кошку пофиг сейчас. Все, мы выиграли. Быстро, быстро справляемся с этими пацанами, они какие-то лохи, если честно. Ах ты ж, апельсин мне в гланды. Сперва возьми-ка это. И получили смертоносный набор карт. Так, ну тут что-то какую-то хрень дают за кости, за что-то еще, ну нафиг. Карт добавлен в вашу коллекцию. И раз уж ты меня в пух и прах уделала, я тебе расскажу свой секрет. Звать Роял, не надгробие справа, вот тебе верхушка. Вы нашли обломок Роял Домингос, справа. Давайте сразу же поставим, чтобы не отвлекаться. Роял Домингос. Съеден голодным сон, не держит обиду, странно. Так, давайте следующий. А, мы можем за ним теперь проходить? Да, тут еще можно же гробы эти залутать. В сарвайке, помимо всего прочего, вы находите обломок эпиграфа. Лед упал на голову. А, это вот этому лед упал на голову. Смотрите, у него ледышка в башке. Это было просто. Среди находите набор карт. Окей, забираем. Мы прямо как теперь чел из видео, коллекции карт собираем. О, еще один обломок. Вы нашли обломок эпиграфии. Лечить было нечем. Понял. О, нифига, Санс? Это был Санс! Ну не, ну не похоже. Давайте себе выберем скин какой-нибудь крутой. Есть какой-нибудь волшебник там, не знаю, из страны Оз. О, нифига. Сокобородка смешной. О, во, волшебница, я буду девочка-волшебница. Я девочка-волшебница! Так, давайте докопаемся до чувака, которому лед пробило башкой, потому что это... Бррр, кто забыл выключить кондиционер? Да, вы что, серьезно? Здесь же дубак страшный. Может, партия в карты меня разогреет? Ну, погнали. Мужик, сейчас мы с тобой разберемся. Так, можно поставить... Что эта штука делает? Сторожевой дрон наносит единицу урона существу, которое занимает ячейку напротив. А, когда чел вылазит, он ему урон наносит. О, можно тогда поставить это сюда. Это сюда, это сюда, это сюда. И перед ним, и от него урона не будет наносить. А я буду наносить урон. Нифига, удобная штука. Ну все, мы выиграли. Когда излишка урона я почти не фармлю. Я хочу Уробороса купить, но Уробороса пока что не хватает еще. Так, ты победил, но теперь мне чуть теплее. Возьми один набор, считай это подарком. Так, понял, ты расскажешь про себя, чел? Раз уж ты победил, мне придется признаться. Меня зовут Кейси Хоббс. Так, смотрите, как делаем, я придумал. Сейчас сразу же вот сюда закидываем. Кейси Хоббс.
Лед упал на голову. Тут пока непонятно ничего еще, куда это выставлять. Так, что там в колодце? Наверное, кажется, в колодце что-то должно быть. Обломок эпиграфа, надпись «Дефибриллятор не помог». Что за дефибриллятор? Так, последний, да, у нас черт. О нет, не смотри на меня. Не рычи на меня, не обнюхивай меня, умоляю. Ну это, да, смешно. А еще пес какой-то, что ли? Если хочешь сразиться, то, пожалуй, давай по-быстрому. И что, какая-то собака, чтобы на него рычать и обнюхивать? Он меня за кого держит вообще? Блин, столько белок. Так, костяная гончая. Она носит 2 урона. Ну, пока делаем так, очевидно. Нам нечего больше делать. Олень взрослеет. Он ударит, потом пойдет туда. Эта штука его не убьет, она его убьет в ответ. А я пока могу сделать как? Восставший погибает сразу после атаки. 3 урона нанесет, эта штука не нанесет. Раз, два, три урона, я еще переживу, если честно. Плюс энергия. Но эту штуку он, кстати, не будет пробивать. Она нанесет достаточно урона, да, все-таки нанесли. Сори, что молчал, просто это... Бог заболел, я что-то задумался. Но, короче, я пока что всех с первого раза побеждаю, вообще отлично. А теперь, пожалуйста, отвернись. Лучше взгляни на этот набор. О, халява. Так, хорошо, у нас тут... Меня зовут Сойер, моя могила в центре. Прошу тебя, не выкапывай мои кости. Сойер. Ага, так, хорошо. Тебе нужно досложить всю картину, да? Так, Сойер. Съеден голодным псом. Про собак что-то говорил, мне кажется, сюда, может быть. Лечить будет, он держит обиду. Странно. А, нужно еще найти там, за этой штукой, что-то третье, да, еще? Ну, обломок эпитафии. Надпись «Смерть Цинги». Из саркофага повеяло гнилью. У тебя нет подношений. Понял, нужны какие-то подношения. Так. У нас появилась новая смерть. Это от Цинги, но медным исключением только она остается. И, скорее всего, лечить ее было нечем. Окей, дальше здесь что у нас? Ну, дефибриллятор не помог, дефибриллятор против пса. Мне кажется, он не держит обиду на пса. Ну, сейчас, если что, на рандоме поменяем. А дефибриллятор не помог. Делаем. О, получилось. Чудесно, думаю, у тебя достойная голова на плечах. Ты готова? Тебе меня не одолеть. О, давай, еще один у нас тут. Пендрец, чудесно, просто чудесно. Я уж боялась, что эти надгробия заточат меня здесь навсегда. Заперти во власти у массоискательницы, пока однажды меня кто-нибудь не найдет. Однако ты сумела до меня добраться, и теперь нам пора сразиться. На самом деле, мои прислужники не умирают по-настоящему. Посмотрим, как ты справишься. Звучит стрёмно. Так, ну мы можем защитить кошку, правильно? Поставив эту штуку сюда, эта штука сюда переместится. Но у нас кошка уже будет стоять. Капец, ну тут на кошку у нас превратится какое-то дерьмо, да? Ну кошка у нас, походу, умирает, да? Но 2 урона пропускать нельзя. 3-3, что это? Еще и минус кошка. И у меня кошки одни приходят. Ну 4 урона у меня появилось. Можем поставить перед этой штукой. Ну тут 3-3, это вообще какая-то имба. Уф, больно. Хорошо, что они хоть возвращаются, эти пацаны. Не страшно, смерть это еще не конец. Но эту штуку со временем сломаю, да? Правда, проблема в другом. Проблема в том, что мне нужно каким-то образом... Штука потом выйдет. Пусть туда здесь стоит кошка. Кошку он убьет. Кошку он убьет, но зато эти штуки вырастут и дэмэдж нанесут. А я сейчас еще подвинуться должен. А, он потом подвинется, правильно? Правильно, да. Эту ставим сюда, эта штука ее добьет.
Это летающая, на нее посрать вообще. Ага. Так, олень, ты будешь двигаться? Олень, двигайся, все отлично. Все, окей, хотел. Пропускаем всего лишь один урона. Ставим сюда эту фигню. Олень, конечно, умрет, но потом мы эту гончую добьем. Зато олень заблокирует урон. Все, победа, фуф. А, это только x1 было, лол. Ты почти справилась, но следующий этап тебе не понравится. Чего? Эй, верни карты. Твою ж мать! Даже мой друг летсплейчик это сказал. Ты скучаешь по ним, не волнуйся, конечно же, ты получишь их обратно. В виде трупов. Нифига. А, ну их можно как защиту, наверное, ставить. Так, а это что, зомбу? Перед зомбу ставим эту штуку, здесь ставим эту штуку. Мыши возвращаются. Ну, больше ничего ставить пока что. Зомбу пришел, сторожевой дрон бьет на опережение. Так, спавнить белок нам сейчас пока не нужно. Ставим эту фигню сюда. Скипаем. 3-2, ну мы сейчас будем просто ставить эту штуку перед ним и все. Никаких проблем. Ну, олень оставить, если честно, нет смысла. Но хотя один урон нанесем. Есть ли смысл? Ну, пофиг, пусть один урон будет задамажиться. Нам нужно как можно больше дэмэджа наносить, пофиг как. Ну, сюда ставим это, а туда ставим белку. Ну, или можем труп поставить. Да, белку можем пока не тратить, просто труп поставим, вот так и все. А, лол, вместо него еще один спавнится. Лол, так это у нас бесконечные трупы. Да, бесконечная броня. Чел, да что ты можешь? Я могу просто поставить вот так вот. А, ну я могу ставить вообще этого чела и чела обратно фармить. Вообще имбовая карта, на самом деле. Ой, я этого не ожидала. А дополнительный урон там будет? Нет, не будет? Нифига, так я за видос уже двоих победил, и еще только 30 минут прошло. Видос, он 40. Кайф, так я еще третьего выиграю, наверное, если получится. Ты вправду меня убедила, я этого не ожидала. Я знаю, что ты хочешь перенять титул у Лешего, но скажу тебе по секрету. Вскоре тебе предстоит возможность изменить свое решение. Я прошу у тебя пощады. Возьми эти карты и уходи. Так, хорошо, забираем. Ну, эти костяные карты мне не очень нравятся. Здесь кости как-то по-другому формятся, видимо. Потому что мне не падают кости за убийство. Низкий уровень зарядки. Что за фигня? Че, эй? Мужик! Вот сплейчик там главный. О, опять этот... Камверк. Камверкс. Заряд 100%. Новые видосики, ну-ка смотрим. Надо бы уже отправить. Тем, кто этого касается. Слишком формально. Здравствуйте, восклицательный знак. Меня зовут Люк Кардер, я фанат ваших коллекционных игр. Если вы смотрите мой YouTube канал, то знаете, что я признателен вам за мерч, который вы мне когда-то либо присылали. Именно поэтому я был удивлен, когда узнал, что существует цифровая версия игры Inscription. Мне кажется, что кто-то из моих фанатов решил мной пошутить, закопал копию игры в лесу недалеко от моего дома. Поискав в интернете, я не смог найти никаких записей об этой игре. За это какой-то хитроумный розыгрыш. Никаких упоминаний об этой игре, это как-то хитроумный розыгрыш, игра не похожа на проделки, ее разрабатывали профессионалы. Я озадачен, но в то же время рад такой находке, буду благодарен за любую информацию, которую вы можете предоставить. Спасибо, канал Lucky Carder. Вот так вот, хорошо, этого достаточно. Странный видос он, конечно, снимает, отправлено. Блин, иногда бывает субтитры слишком быстро идут, не успеваю все читать. Можно как-то помедленнее сделать? Ну ладно, видимо, как нельзя. Привет всем картежникам, с вами Lucky Carder, и это... Ну, это видео слегка необычное. Скорее, это вопрос. Моим зрителям за эти годы я понял, что никто не знает карточные игры лучше вас, поэтому я надеюсь на вашу помощь.
Кто-нибудь из вас играл в видеоигру по Inscription? Или хотя бы слышал о ней? Я о той винтажной комплекте, который на прошлой неделе распаковывал, короче. Который показывал на прошлой неделе. Не знаю, могу ли я... Блин, я хочу неприятностей, Могу ли я про это рассказывать, видимо? По-моему, нашел единственный экземпляр цифровой версии Inscription. Я записывал свое прохождение, и это странно. Я не хочу показывать футажи, дабы не грести проблем. Кто-нибудь может мне помочь? Скажите, что я не единственный, у кого есть эта игра. Я ищу уже целую неделю и не нашел в интернете ни слова о ней. Я написал издателям, вдруг они откликнутся. Но у меня также есть прекрасные зрители, которые могут мне помочь. Вот и все. Это все видео на сегодня, как обычно. Спасибо за просмотр. Ах, да, кстати. Кто из вас, черт возьми... Что? Слишком быстро текст идет, я не всегда успеваю читать. Кто из вас, черт возьми, слышал о... О, нифига себе, тут ошибка дальше. А, не, вот это. Мистер Картер, мы получили запрос относительно цифровой версии нашей интеллектуальной собственности Inscription. Можем вас заверить в том, что такая видеоигра никогда не продавалась. Однако, если вам в руки опала собственность GameFuna, вы обязаны вернуть ее нам согласно закону о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении. Нифига себе, что за бред. Если я что-то в лесу найду, это будет принадлежать другому человеку, я обязан ее вернуть. Но если вызывать вознаграждение, да, так хрен получше. Хотя нет, конечно же, вернуть надо вещь чужую, но он откопал клад, типа, как минимум ему должны возместить временные ущербы, то, что он время на это потратил, что он потратил деньги на этот набор, где нашел, ну, типа, какие-то материальные ему должны будут возместить за это, мне кажется. Так, устройство будет считаться похищенным, если вы не передадите его нам в разумные сроки. Я видосики выгрузил, посмотрим в аккуратной упаковке транспортную этикетку. Посылку можно отправить местом, что нам бы не хотелось возбуждать судебный иск против вас, поэтому просим вас отправить нам устройство как можно скорее. С уважением, департамент счастья потребителей GameFuna. Какого черта? Но он явно недоволен ответом. Ошибка опять, да? В этих ошибках лучше вообще ничего не искать. Кажется, эта женщина работает на GameFuna. Она стучала вчера, но я не открыл дверь. На этот раз я все запишу. Здравствуйте, добрый день. Я дискету с игрой, что? Inscription. Мне сказали, что вы нашли копию. Звучит знакомо? Нет, нет, я не слышал об этой игре. Вы сказали Inscription? Нет, я не слышал о такой. Просто вы написали... Серьезно, просто нам на почту, вы ведь... Люк Картер, верно? Ваша почта lucky.carter@gmail.com, да, но вообще-то это... Я Люк Картер, но это не моя почта. Точно? Просто я в этом уверена, поскольку смотрела ваши видео, я ваш фанатка. Спасибо, что смотрите. Ну, блин, и что? Я бы сказал бы, ну, да, но почта-то не моя. Ее мог любой другой чел зарегать и троллить просто. Кстати, а как вы узнали мой адрес? Мой начальник сообщил. Аку открыли калитку. Она же заперта. Вот что, Люк. Я оставлю свою визитку. Если вспомните что-нибудь, свяжитесь со мной. Хорошо? Непременно. До свидания. Чё за... What the fuck? Это его любимая фраза? Так тут ошибка, ее не смотрим. Привет всем картежникам, с вами Луки Картер, и это очередная распаковка. Сегодня я открою тайны легендарии. Надеюсь, не понадобится чудесный файловый Валамир. А, пойдется.
Я просто стараюсь быстро это читать, половину слов, блин, съедаю, сори, чуваки, за это, просто, ну, слишком быстро текст для меня идет, я не успеваю. Типа, про себя я бы это прочитал с легкостью, но когда ты вслух читаешь, нужно чуть больше времени. Сами понимаете, в школе-то учитесь, наверное. Я-то в школе уже просто 10 лет не учусь. Реально, 21 год, я школу закончил 10 лет назад, капец, чуваки, как время летит. Ой, капец, что-то старым стал, да? 28 лет мне, жесть, скоро уже и помирать. Так, ладно, что-то я тут задизморалился, какую-то философию начал. Короче, все, играем дальше в игру. Чуваки, забыли. Видимо, не может после той ситуации играть. Ну, я так не могу. Мне, наверное, на нервах все это дерьмо. Но тяжело записывать видосы, когда на тебя психологически давят. Так, тут ошибка. Непонятно, здесь тоже, да? Сори за уши. Ладно, погнали дальше играть. Так, окей, все, мы подзарядили камеру, играем дальше. Мы прошли первых двух боссов. Теперь нам нужно идти дальше, да, я так понимаю? Сюда мы можем либо вниз пойти, к башне. Давайте сначала вниз к башне сходим. Так, что у нас тут? Записка, приветствую. Если ты это читаешь, значит, ты желаешь вызвать меня, Магнификуса, на карточную дуэль. Я окажу тебе эту честь, но сперва ты должна сразить трех моих выпускников. Ну, это, видимо, дефолт. Их местоположение тебе предстоит узнать самостоятельно с уважением, Магнификус. Так, что есть за медальон? Давайте возьмем. Приветствую. А, пришлите для монокль, вы его надеваете. О. А, это, видимо, тот глаз, который я, помните, надевал глаз. Это вот этот монокль теперь. Нифига, что это? Я опять случайно пошел. Давайте какая-то картинка. Лол, я просто случайно пошел. Я просто проверил, что-то в углу, капец. Тут секретка была, что? Офигеть, я просто, реально, я просто случайно там прошел, думал, может, можно какие-то книги взять, что-то еще, и тут бах, секретку нашел. Жесть. Капец, здесь надо каждый угол пройти, блин, я на прошлой карте, кстати, не нашел. А может, не вернуться на прошлую карту? Там я же подношение какое-то не отдал, наверное, там можно подношение какое-то найти. Я не нашел, да, я нашел у Лешего секретку, здесь секретку нашел. У Лешего вообще две секретки было. Давайте к сундуку подойдем, в общем-то. Изнутри сундука был покрыт липкой зеленой слизью, но вам удалось найти один набор карт. Волшебный, кстати, смотрите, в этот раз. Мы будем дальше играть через Лешего, потому что с Лешевым картами мы знакомы. С этими нет, они, конечно, интересные, но того не стоит, мне кажется. Что это? А, это книжка, короче, я понял. Хочешь что-то купить? Нет. Ну, Уробороса коплю. Здесь он. Ну-ка, здесь надо все проверять. Все проверять нужно. Вдруг какая-то секретка будет. Капец, я просто случайно в секретку залез, лол. Да, но у тёлки я секретку не нашел, которая пером пишет. Значит, скорее всего, еще не все понял. Так, что это такое? Это черепушка. Крыло. Черепушка. А! Черепушка, крыло, черепушка. А, вот черепушка. Крыло. Черепушка. О, нифига. О, это зеленый черт! Арх, это боль невыносимая, и мои органы плавятся! Видишь, Магнификус превратил меня в эту слизь для последнего экзамена. Мне нужно одолеть еще одного соискателя, и тогда я заполучу свое законное место. Законное место в колоде хозяина. Я стану одним из его бесценных козырей. Арх, ничто меня не остановит. Что, с ним драться? Ну давай. Блин, ух, нифига, это чё? Зелёный маг, сила эта карта, зелёный маг. Сейчас сломаю эту штуку, я так понимаю, у них урон пропадет, да? Фуф, реально так работает, лол. Капец. А, ну все, не без урона. Я же буду просто фармить карты. Ну, можно волка вообще. За волка. А, можно вообще поставить кошку. За кошку поставить еще одну кошку. Поставить волка и ворона. Пофиг, сделаем так.
Все, фух, справились, чуваки. О, можем пойти этот, получить этого уробороса. Нет, прошу тебя, пожалуйста, скажи хозяину, что я сдал экзамен, он ничего не узнает. Вот, возьми этот набор. Ну, волшебники какие-то бесполезные, если честно. Это бесполезный набор карт, если честно. Так, давайте вернемся. Вот, я могу открыть для тебя эту дверь. Арх. Отлично. Только сначала сгоняем... За моим этим. О, там какой-то домик еще был. Так, в дом и направо. Мужик, отдыхай, леший. Я тут за уроборосом. Да, хочу уробороса купить. Добавляю уроборос с кода 5.5. Так, уробороса добавляем. Все, у нас здесь уроборос 31 карта. Может что-то убирать? Уроборос имба, ее нужно ставить в любом случае. Она реально имбовая. Мне кажется, кошек слишком много. Мне кажется, надо кошек убрать. Три штуки оставить. Горностаев тоже поубирать. Олененки лучше, чем горностаи. Белка, угорь. Ладно, нормально. Кошек просто прям слишком много. 7 штук, это прям дофига. Мне с ними нечего делать потом становится. Погоди, стоп. О, да, вот сюда можно зайти. Что это? Нифига. О, нет, ты нашла нас. Это хорошо? Это хорошо. Нам нужны дубликаты. Видишь схему? Нужны две такие карты. Спасибо. Так, а есть у нас такие карты? Видишь схему? Нужны две такие карты. Пожалуйста. А у нас есть такие карты? А у нас только один такой могильщик, да? А где мне еще могильщика такого достать? Может купить можно? Прикол. А они будут каждый раз обнуляться или каждый раз могильщики будут? Короче, могильщиков двух найти нужно. Прикол, блин. Давайте найдем. Здесь тоже должны быть какие-то секретки, да? Может надо куда-то нажать? Блин, даже не знаю. Может я придумывался насчет секретки? Он говорит, какое-то подношение. А, я знаю, что ему за подношение нужно. Вот если найти двух этих у чуваков, уборщиков этих там, или могильщиков, или как они там называются. Ну-ка, мужик, у тебя может продается? Да, он продается за две. Все, я понял, мы скорее всего получим подношение, которое нужно принести этому гробу снизу. Все, понял. Ну, походу, здесь нет никаких потайных этих комнат. Может быть, наверху там есть какой-нибудь секрет, куда можно пройти здесь. Так, ну это все, видимо, образы, которые есть, да? Ну тут никак не пройти. Нет, ну тут прямо стены, то есть вряд ли бы они так маскировали, что надо прям пиксель найти, в который пройти. Эта игра не так сделана. Типа, в лесу, где я находил проход, там, типа, можно было догадаться, что там можно пройти. Ну, можно, конечно. Ну, я, конечно, не догадался, но можно. Наверх бы еще сходить, но давайте сначала вниз, там внизу комната открылась. Ну и хотя ладно, с этим магом, наверное, разберемся уж в следующий раз, дорогие друзья. На этом я с вами заканчиваю данный видосик. Узнаем, что на следующем этаже уже в следующем видео. Блин, прикольно, ну убили двух боссов уже. Думаю, в следующем видосе мы победим еще двух боссов. И, ну, надо бы найти еще карту могильщика, то есть два дополнительных урона нанести обязательно. Вот, короче, постараюсь это сделать в следующем видео. Ну, а на этом все, с вами был Домастер, всем удачи, всем пока-пока.